Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня просто-таки великолепная новость. Ребят, наконец-то разработчики вывалили информацию по поводу того, что завтра, 20 числа, по среднеевропейскому времени в 14.00, кто ориентируется в моем случае на киевское время, в 15.00, стартует ивент, посвященный Хэллоуину. На этом ивенте будут разыгрываться призы, будут разыгрываться машинки. Одна из этих машинок 5 уровня, тяжелый танк Magi, у которого довольно неплохие характеристики. Я бы не сказал, что там имбовые, но мне почему-то кажется, что в первое время он играться будет довольно прикольно. Броня у него плюс-минус есть. И что касается пушечки, то это 4-зарядный магазин, цикличный, с плюс-минус довольно неплохой альфой. Вот показывают нам этого Magi, вот показывают его характеристики. Я думаю, с ними можете ознакомиться самостоятельно. Не буду просто тупо все перечитывать. 110 средуха, 4 снаряда, перезарядка магазина составляет 15 и 15. Короче говоря, вот такой вот будет 5 уровня Magi. Можно будет получать еще анимированные камуфляжи. Будут еще ряд всякого рода подарочков мелких. Там говорят, что можно и золотишко получить. Там камуфляжики, всякая дребедень. X5 показывают нам. Будет открытие контейнеров, возможность. И открытие непосредственно самой вот этой вот, ну, сокровищницы, не сокровищницы, саркофага, из которого можно забрать фараона. Это танчик 7 уровня, тяжик. Я бы сказал, что тоже с довольно неплохими характеристиками. У него тоже барабан. И я бы сказал, что в целом довольно-таки машинка, ну, вроде бы, как бы должна быть неплохая, по крайней мере, в первое время. Ну, а как минимум в коллекцию однозначно он зайдет, и я уверен, что все за ним будут гоняться. Я лично приложу максимум усилий для того, чтобы все эти подарочки получить. Я себе уже запланировал, что завтра в 3 часа дня по Киеву я буду начинать проводить стрим. И, соответственно, буду пытаться получить максимум от этого события. Мне бы, ну, прям совсем-совсем очень этого хотелось. Я приглашаю всех вас принять участие в данном стриме. Можем покататься абсолютно бесплатно во взводе. Будем друг другу помогать проходить данный ивентик. Ну, короче говоря, я, честно, ознакомился со всем, что здесь написано, там, со всеми вот этими приколами, там, что будет разыгрываться и так далее. Меня больше всего заинтересовало, что же все-таки надо будет сделать для того, чтобы получить. И вот здесь вот прописано, как собрать все награды затерянной пирамиды. Посмотрел, и, честно говоря, все равно, ну, особой информации здесь нет. Есть только информация по поводу того, что играть необходимо с 4 по 10 уровень, получать флажки. Каждая победа, ну и, соответственно, есть минимальное количество опыта, которое вы должны получить для того, чтобы заработать себе флажок за победу. То есть просто стоять, ну и параллельно где-то идти курить у вас не получится. Придется немножечко все-таки поиграть, ну и, соответственно, делать все необходимое для того, чтобы команда получила свою заслуженную победу. На данный момент, в принципе, это вся информация, которая есть от разработчиков, но ждать-то осталось недолго, в принципе, до завтрашнего дня только переночевать, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Короче говоря, ребят, увидимся завтра, я уверен, что каждый из вас хочет получить как можно больше халявы от этого события. Я же от себя добавлю маленькую ремарочку для тех, кто хочет сейчас побросаться фекалиями в комментариях по поводу того, что вся эта информация и так есть в новостной ленте, зачем ты снимаешь видео. Ребят, я снимаю для, ну, для тех данное видео, кто в игру, возможно, зайдет позже, чем увидит это видео. Мало ли, может, есть такие ребята, мне бы очень сильно не хотелось, чтобы вы пропустили начало данного события, потому что четкой конкретной информации не звучало, кроме как от других обзорщиков, что, возможно, начнется 20 числа. То есть разработчики четко об этом сказали только сегодня. Ранее такая информация на официальном уровне не звучала. И вот здесь есть, когда будет проходить событие в Европе с 20 октября по 30 октября. Поэтому, ребят, я и хотел позаботиться о том, чтобы никто из вас не пропустил начало данного события и имел как можно больше времени на то, чтобы получить максимум
от данного ивента. На данный момент у меня все. Если вы любите честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. У меня только честная информация, у меня только танки руками исключительно среднего игрока, без всяких прикрас. Я не нарезаю свои видео и никогда не показываю исключительно красивые бои. Я показываю машины такими, какими они есть на самом деле, и говорю свое честное мнение о них. Меня никто не покупает, мне никто ничего не платит и не дает мне никаких пресс-аккаунтов на покататься. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Увидимся завтра с вами на стриме. Приходите, буду вам безумно рад и благодарен за поддержку. Мира вам и спокойствия!